Друзья, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и сегодня секреты Скайрима. Речь пойдет о факелах. Да, ребят, вам не послышалось, это факелы. Что они могут, какими уникальными свойствами, которые я обнаружил, они обладают, и мы поговорим об одном уникальнейшем факеле. Может, кто-то что-то знает о нем? Ну что ж, поехали, ребят. Ну что ж, я сейчас, еще надо третий раз сказать, нахожусь на острове Солтсхейм. Здесь у нас есть хижина, дом Хрудульфа. Ну, такой вот неприметный домик, и... Давайте здесь я, наверное, игру поставлю на легенду, так максимально эффектно. Что мы знаем о факеле? Факел — это отличное устройство, которое освещает, и многие, которые проходили Скайрим, наверное, ни разу даже не брали его в руки. Почему-то потому, что Скайрим нужно полюбить, чтобы играть с факелом. В Скайрим нужно играть в темный, настоящий, затемненный только тогда. Вот пообещайте меня, попробуйте. Вот вечером, когда не будет освещения, возьмите, придите, включите или на легендарном, или на Special Edition, конечно, Special Edition это более эффектно. Зайдите в настройки, смотрите, экран, яркость. Ну, не сделайте хотя бы минимальную. Ну, хотя бы вот так вот хотя бы сделайте. И вы почувствуете настоящий темный Скайрим, где факелы играют очень большую роль. Ну и, конечно же, если вы хотите почувствовать настоящий Скайрим, то это только легенда. Поверьте. У меня, правда, высокий уже уровень, но тем не менее. Ну что, что у нас факел делает? У нас факел, как говорится, может освещать территорию, но еще служит как для защиты, ребят. Для неплохой защиты. И, между прочим, давайте я вам сейчас кое-что покажу. Что я обнаружил? Можно как бы щит брать, но можно факел. Факел не так защищает, но у факела есть другая уникальная способность. Если вы играете за воина, сейчас, тут, по-моему, будут ребята появляться, да? Да. Порождение пепла. Ребят, привет. Давайте сохранимся. То есть, это у нас действует как блок. Но еще, ребят, когда мы станем, наш противник станется. Станется, да. И тратится силы намного меньше, если вы будете станеть... Эй, ребят, вы где? Намного меньше, если вы будете тратить силу. Например, если такой вот удар нанести щитом, то... Короче, парень понял, что лучше со мной не драться. И убежал. Намного больше тратится силы. Здесь же мы бьем факелом, совершается оглушение. И еще противник горит. А силы тратится меньше. Вот так вот, ребят. Вот так вот. То есть вы можете прорывать атаки. Еще. Он неплохо так горит. Давай. На. Иди сюда. Ага. Еще, кстати, срабатывает интересный эффект, что противники просто убегают. Может, это эффект... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, обожаете добивание. Так, и какое-то письмо, которое мы можем здесь найти. В этом доме, ребят, есть тайный проход, который находится... Можно еще дневники его почитать. Вот здесь. В режиме паузы вы можете прочитать, и вам будет более понятно многое. Хотя мне, честно говоря, тут многое непонятно. Здесь вот такое вот помещение. Но, ребят... Многие, наверное, пропускали. Здесь лежит простой факел. Но посмотрите. Вес 0 и стоимость 0. Это что-то не просто так. Что это такое? То есть, если мы зайдем в меню, смотрите, друзья, смотрите, то факелы обладают весом 0,5 и стоимостью 2. Любой факел горит 240 секунд. Я не знаю, этот ли может потухнуть или нет. Даже если мы его возьмем... Смотрите, он появляется как отдельный факел. Если так мы находим факел, они одни, а это уникальный. Уникальнейший факел. По-моему, по свойствам он идентичен, ничем не отличается. Но только что это? Почему? Почему, блин, у него нет веса?
Давайте посмотрим по яркости, как он светит. Вот, факел. Давайте на троечку. Вот у нас первый. Вот второй. Это стандартный. Это уникальный. По-моему, одинаковое освещение. Да, вот у нас уникальный. В чем же у него уникальность? А может тут... Тут какой-то квест такой вот непонятный, что, знаете, какая-то часть... Вы просто дальше не можете пройти. Тут есть лут, и я помню, когда сюда первый раз попадал, и даже в своем прохождении я спрашивал народ, ребята, может, вы что-то знаете? Но никто ничего не знал. Но здесь есть вот этот вот уникальный факел. Может, этим уникальным факелом нужно что-то подогреть? Может, им нужно что-то ударить? Может, что-то поджечь? Увы, но нет. Нет, нет и нет. Он просто уникальный. Только что же он может? А может, он бесконечный? А ну давайте проверим. Он, по идее, должен гаснуть через определенное время. И вот сутки. Он не погас. Он не гаснет? Я просто вампир, из-за этого этот эффект. Стоп. Если я возьму стандартный факел, он, например, погаснет или нет? Ага, и он не гаснет. Значит, оно просто время не действует. На самом деле, через 240 секунд любой факел у нас гаснет. Ну, таким образом. Ну, это странно, ребят. Это, конечно, странно. Какой-то уникальный факел. Если вы что-то знаете об этом факеле, обязательно мне напишите. Или вы, может, что-то найдете. Может, это, знаете, локацию. Тут нужно что-то сделать, как-то взаимодействовать. Ну, ребята, это еще никем не открыто. А может быть, ты будешь первым? Это будет шикарно. Но если что-то узнаешь, обязательно напиши мне в комментарии. И что ты об этом думаешь? Мне очень интересно, ребят. Еще есть такой вот миф, что еще с Обливиона даже. Что если ты держишь в одной руке факел, а другой взламываешь, то взлом намного проще. Правда это или нет? Как вы думаете? Вот по идее, в Обливине-то ладно, там вот эти вот ползунки, пружинки. А в Скайриме? В Скайриме это работает? По идее, в Скайриме должна быть зачетная зона. То есть она была маленькая, и она, по идее, может быть увеличится, если мы с факелом. Ну, давайте как-то это проверим. Ну, мне просто интересно. Так, нам нужно найти какой-то закрытый... Закрытый. Может, действительно что-то можно тут поджечь и открою какой-то секрет, нет? Видимо, нет. Ладненько, ребят, давайте найдем какой-то закрытый сундук. И сейчас, наверное, я отправлюсь. Ну что, ребят, давайте проэкспериментируем. Давайте попробуем открыть с факелом, мастером и без факела. И что у нас получится? Ну, сначала я уберу, сохранюсь. И вот, давайте посмотрим, что у нас с зачетной зоной. Вот у нас он открывается, да? Ну, мне нужна та зачетная зона, которая будет не устраивать нас. По-моему, отлично открывается. Я немножечко ниже опущу, чтобы сработало. Вот, вот, смотрите. То есть, можно заметить, я вот до вот этого вот кружечка опускаю, и как раз на границе с ним у нас ломается. Ломается наша отмычечка. Ну, давайте возьму чуть-чуть больше. Вот теперь, вот так вот. Тоже ломается. И еще больше. Вот только теперь... Мы взломали. Отлично. Теперь я загружаюсь заново. И, по идее, если факел будет работать... Не-не-не, погоди. Убери. Взлом остался такой же. То есть, изначально у нас вот так вот не взламывалось, а только вот так вот все взломалось. Ну, давайте заново попробуем вот так вот. Если зачетная зона наша увеличилась, то я... Именно с этим расположением уже должен открыть этот замок. Ну что, попробуем? Давайте будем разрушать мифы. Так оно или нет? Нет? Оно вообще поменялось расположение? Да! Оно вообще поменяло. Значит, оно в каждом новом сейве... Блин, ну тогда я никак не проверю. По-моему, с факелом вообще невозможно его взломать. Да, зачетная зона вообще изменилась.
Ее тут не стало, и она... Куда она переехала? Ау! А с факелом вообще не взламывается. Да вы что? Вот она где стала. Вот она. Ну, самый край не сработал. Ну ладно, теперь легко проверить. Например, если я сейчас уберу факел, то по идее, ну, сейчас мы не сохранились. Вот я в самый край, видите? В самый край и не срабатывает наша отмычка. По идее, если факел убрать, то она сразу должна ломаться, даже без проворота. Ну, зона что уменьшится. Давайте я его уберу. И... Да! Она сразу сломалась! Смотрите! Вау! Факелы работают! Да ладно! Что, серьезно? Факелы работают на замки! Смотрите, так. Теперь я включаю факел. Замок наш подогрелся. Да хрень это собачья. Оно что, постоянно меняет расположение? Да, оно постоянно меняет расположение замка. Короче, я не знаю. Проверить невозможно, ребят. Невозможно, потому что, как видите, зачетная зона меняется постоянно. Если бы она оставалась на месте, я бы зашел, вышел и с факелом можно было проверить. А так как постоянно ты зашел, факел достал, уже зачетная зона поменялась. Больше она, меньше, это невозможно проверить, ребят. Невозможно. Блин, ладненько, ладненько, я попробовал. Все, друзья, это был канал Мистер Кэт. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. И что вы думаете об этом факеле? Этом уникальном факеле. Неужели он для чего-то, а? Как вы думаете, может там страшная тайна? Все, друзья, пишите в комментарии. Пока.